Здравствуйте, друзья! Но я сегодня буду видео снимать об очередном провале очередной финансовой пирамиды. Так что, кому это не интересно, можете сразу переключаться. А кто такими моментами интересуется, слушайте внимательно, потому что эта компания якобы до сих пор работает, до сих пор принимают инвестиционные денежки, так называемые, делают начисления. Но беда в том, что уже ничего не выплачивают. У меня депозит первый, сейчас покажу, открыт был 15 апреля. Ну, я, как обычно, пробными, поднемножку закидываю. Для меня это как лотерейка своего рода. Лопнет, не лопнет. Заработаю, не заработаю. И зарабатывала. Зарабатывала я так до сентября месяца. А потом выплачивать все это перестали. Ну, вот, как бы заработок идет, да, больше 20 тысяч показывается, два депозита сейчас открыто. Вроде бы все хорошо. Последние активные депозиты на 19 700 рублей. Всего выведено 13 500 уже при пополнении в сумму 9 919. Ну, как бы 3 500 заработала. Их официальный сайт, контакты, вроде бы все красиво, мы в ВК, навигация, калькулятор прибыли можно посмотреть, про партнеров своих пишут, с кем работаем, да, адрес Россия, Москва, первый Меркурий Сити, вроде бы такое престижное место. Но, как выяснилось, они там не находятся. Есть, в принципе, ролики других блогеров, которые туда ходили и ничего подобного не нашли. Им администрация этих зданий говорит, что нет таких. Вот так все вроде бы серьезно выглядит. Минимальная инвестиция. 100 рублей, да, процент начислений расписывается, все красиво. Депозит от них суток до 30 дней. Смотрите, на сайте у них можно увидеть свидетельство о государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе. Но дело в том, что в названии здесь немножко наименований FTC на английском, общество с ограниченной ответственностью FTKA. Идя на сайт «За честный бизнес», мы видим следующую информацию. ИНН ОГРН зарегистрировано 13.06.18 в регионе Москва по адресу улица Барклая, дом 6, комната 24. Ребят, что уже не соответствует данным на сайте. Генеральный директор Крупчатникова Анна Михайловна, организация «Один учредитель», направление деятельности – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию пенсионному обеспечению. На 1.1.19 числится один сотрудник, понимаете? А у нас без конца на сайте различные консультанты. Кто они? Они явно не сотрудники компании. В реестре недобросовестных поставщиков не числится. За 2018 год доход от организации составил 1 204 000, а расход 1 315 000. Судебных процессов нет, официальный сайт не указан. Рейтинг организации низкий. Вот это вот, обратите, прошу внимание, не указан официальный сайт компании. То есть теперь, когда если коснется жалоб на них, судебных каких-то исков и тому прочее, очень сложно будет доказать, что они являются собственниками вот этого вот самого сайта. Сейчас я хочу вам показать историю вывода средств. Видите, выводились деньги до 20 сентября. Я вам сейчас медленно покажу, чтобы вы все видели. На Яндекс.Мани перевод успешно обработан. Завершен, пишет, да, выполнено. Потом
При первом отказе 20 сентября на Киеве пишет: уважаемый клиент, если вы хотите прекратить сотрудничество, выводите всю сумму целиком. Если хотите продолжать сотрудничество, выводите чистый заработок, проценты с последних денег, депозитов. При этом всю сумму, что я хотела вывести, мне свели к нулю и закинули деньги снова на 28 дней на депозит без моего ведома. Дальше. 3500 21 сентября на Яндекс.Мани вывожу. Каким-то чудом мне вывелись деньги. Я смогла получить последнюю сумму. Потом 18 октября и 15 ноября я снова пыталась на Яндекс вывести чистую прибыль, так сказать. И мне пишут, что лимит кошелька превышен, хотя это была неправда. Ничего у меня превышено не было. И каждый раз сумма закидывалась снова на 28 дней на депозит. Последний раз я начала выводить 13 декабря. Такая же строчка появилась. Крутилась в обработке. И в итоге чудесным образом эта строчка исчезла. И я, конечно же, начала переписываться. Всю переписку я показывать не буду. Тут смех и слезы. Вот. Ну, самое интересное. Голову они каждый раз морочили долго. Пишет: не угрожайте клиентское соглашение. Клиент самостоятельно принимает решение о выборе инвестиционного плана, вкладываемой в проект суммы, и осознает, что всякое инвестирование сопряжено с определенными рисками, а потому при любом результате не станет предъявлять претензий. Пройдите идентификацию и выводите любые суммы. Я уже устала им до этого писать и доказывать, поэтому еще раз пишу: у меня идентификация пройдена. Только что вы за консультант, еще разобраться надо, ведь у вашего лица всего один работник. Я не открывала последний депозит, а вы мне не даете вывести деньги. То есть, и да, я вправе самостоятельно принимать решение, вкладывать мне куда-то деньги или нет, но если они у меня были в личном кабинете, я их никуда не вкладывала, они у меня волшебным образом оказались на депозите, а потом еще и та сумма, которую мне вернули с вывода, тоже оказалась на 28 дней на депозите. Но это немножко удивляет. Пишу, что в ПР у меня максимальная идентификация, персональный счет, хватит выкручиваться, специально заранее уточняла по ограничениям на вывод. Консультант Алексей мне ответил, что ограничений нет. Пишет: нет ограничений, все зависит от лимитов вашего кошелька. Ну ты нормальный. Ему пишут, что нет никаких ограничений в моем кошельке. Он мне пишет то же самое. И опять то же самое. Вот это вот мне не писали. Обратитесь за процедурой идентификации аккаунта несколько раз. Проходила я у них эту процедуру, и все это, ну, короче, весело. Пишу: почему без моего ведома создано два депозита на 28 дней? Они мне ничего не ответили, соответственно. И, конечно же, от них ждать чего-то бесполезно. Идентичные ситуации у всех. Можете у нормальных блогеров, которые именно снимают реальную ситуацию, посмотреть, почитать в отзывах, в комментариях. Там, ну, все один в один, поэтому красиво они сворачиваются. При этом дальше продолжают получать от людей деньги. Некоторые верят и продолжают вкладывать. И без проблем до сих пор можно пополнить баланс. Никто на этом сайте даже оговорки не говорит о том, что у них проблемы. Они продолжают получать деньги. Платежную систему для пополнения баланса. Сколько их тут, этих систем? Куча целая. Любым способом вы можете завести деньги, но вывести вы их уже не выведете. Они продолжают мошенничать, продолжают выкладывать
Отзывы. ТК «Пушка». Очередная выплата за неделю на ПР пришла в течение минуты. Если ребята в дальнейшем будут так работать, есть смысл вкладывать в этот проект. Всем удачи и профита. Ну, ребят, ну, дальше. Все отлично работает. Спасибо FTC. Все работает. Вывожу деньги на Киви кошелек. Вывел 1000. Спасибо, работаем. Денежки упали. Ну, ребят, блин. Ну, либо кто-то дурак, либо лыжи нет. Ну, короче, все. Все с ними понятно, ребят. Пока буду заканчивать. Не вздумайте вляпаться в эту ерунду.